Огромная концентрация любви и ненависти. И это, с одной стороны, ну, радостно, что есть люди, которые готовы выйти и заявить о своей позиции. Я их очень поддерживаю. А с другой стороны, наверное, как все в этом мире, нуждается в каком-то балансе. Есть огромное количество людей, которые испытывают ненависть по отношению к людям, находящимся здесь. И меня это, наверное, волнует и как человека, и как художника. Я просто, ну, не могу быть не здесь. И наверное, я хочу, ну, все это чувствовать, все это пропускать через себя. И, в общем, наверное, это какой-то, ну, какая-то моя позиция, просто быть, находиться здесь. Поэтому, ну что ж, это есть, ну, как бы с этим надо, ну, жить, но с этим нельзя смиряться и просто подчиниться этому и стать жертвой манипуляции. Поэтому нужно выходить и говорить о том, что ты об этом думаешь, и не бояться.